О работе градообразующего предприятия и востребованных специальностей будущие выпускники Мончегорского политехнического колледжа узнали на встрече с начальником отдела экологической безопасности КГМК Михаилом Шкондиным. Выпускники Мончегорского политехнического колледжа всегда были надежной кадровой базой для градообразующего предприятия. О том, что сегодня Кольская компания предлагает потенциальным работникам, ребята узнали на профориентационной встрече. Она прошла в рамках нового проекта Центральной городской библиотеки «Универсальная территория». Всех нас интересуют вопросы будущего. Как жить, где работать. Вот. И особенно ребята вот в этом возрасте интересуют эти вопросы. Вот, чтобы им помочь как-то сориентироваться в этом направлении, я буду рассказывать, что такое комбинат, как он будет работать, сколько лет будет работать. Может быть, немножко коснусь истории, потому что на комбинате работаю с 85 года. Вот, история уже достаточно приличная. Поэтому, я думаю, им это будет интересно. Отток молодежи сейчас одна из основных проблем моногородов. И главная задача подобных встреч, по словам организаторов, рассказать ребятам о возможностях, которые предлагает родной город. Основная цель профориентационная, ну и, конечно, хотелось бы, чтобы не было оттока молодежи с города Мончегорска, чтобы они видели, что здесь тоже есть площадки, где можно найти профессию, где можно карьеру сделать себе, где можно зарабатывать деньги и вообще жить в своем родном городе. Как говорится, где родился, там и пригодился. Совсем скоро студенческая жизнь ребят останется позади, и большинство из них уже определили планы на будущее. Конечно, хотелось бы устроиться как-нибудь на комбинат и по возможности еще получить заочное высшее образование. А на комбинат куда именно планируешь? Хотелось бы в управленческий отдел какой-нибудь по специальности. Ну, после окончания колледжа я планирую перебраться в Тверскую область, в город Тверь, поступить на заочное отделение и уже работать по специальности. Там, ну, а если не получится, то приехать обратно сюда, учиться там на заочном и идти на комбинат. Ну, после окончания для начала в армию. Потом у меня были мысли о контракте, но это надо все уточнить. А так, получение заочного высшего образования тоже по специальности. Ну и, возможно, работа на комбинате. На занятия пришли и те ребята, которые еще не уверены в своем выборе. Они смогли получить информацию, что называется, из первых уст. Быть может, именно после этой встречи желающих остаться в родном городе станет больше.